Кубка Казахстана, Шахтер против Кайсара. Вывеска, в принципе, не самая громкая, но это не умаляет достоинства этого матча. Думаю, сегодня будет ожесточенная схватка, учитывая то, что, в принципе, выйти в полуфинал это для многих. Команд в рамку получил у кызылординцев Александр Григоренко, номер 1. 55-й Иван Граф, 99-й Франк Джаджеджи, 25-й Джон Банколи Камара, 70-й Балайхан Дюсен под номером 1, 3-й Евгений Ткачук, 20-й Матео Мужик, 10-й Дамир Кояшевич, 27-й Эгон Вух, 31-й Даниэль Субботин Казахстана. Поехали! Матч начался, карагандинцы вели, воспитанник столичного футбола. И опасный момент у Кайсара, удар по воротам. Интересный момент. Подача в штрафную. Ну, здесь Тимирта, вот даже по флажку, да, на угловом видно. Подача. Здесь можно было замыкать. Хороший момент. Не получилось организовать быстренько атаку карагандинцам. Отбиваются кызылординцы. Здесь, в принципе, можно обкрадывать, но Дюсен первым. Скорость Куяшевич. Ну, тут сразу 4 футболиста Кайсара вернулись. И отличный момент! Удар! И здесь буквально... В последующем уже долгое время этот футболист выступает за Шахтер. И здесь отличная передача. Эх, не получилось сейчас. В принципе, здесь можно, да, забрасывать в штрафную. И какой момент мог получиться сейчас. Ну, Граф, смотрите, какую передачу отдал. И здесь можно, в принципе, большое скопление игроков в белом. Удар по воротам Джаджеджа! И открывает счет Кайсар. Франк Джаджеджа. Сейчас. Давайте еще раз смотреть. И смотрите, передача. Здесь все заметало. Джаджеджа спокойно принял, обработал и пробил в одно касание в дальний угол. А 0-1 в Темиртау в матче 1-4 Кубка Казахстана. Шахтер Кайсар. Ну, здесь, смотрите, вот интересно, что Тагыбрыгин устанавливает, но его предательский ветром сдувает. Подача в штрафную, удар по воротам даже сумели. Уже на этой неделе нас ждет очередной тур чемпионата Казахстана, поэтому Журавель многих футболистов основного состава. Здесь дальний удар и сравнивают счет карагандинцы. Вот это да! Это было неожиданно. Марат Шахметов, если не ошибаюсь, это сделал. Сам не ожидал такой. Давайте на повторе смотреть, как это было. А, это Сергей Шаф, прошу прощения, был. Просто там ликовал Шахметов, поэтому показалось, что именно он пробил поворотом. Ну и Шаф, вышедший на замену вместо Умертаева, сработала задумочка господина Журавеля. Ну и на газоне лежит футболист Кайсара, еще и желтую карточку получил Эгон Вух. Сейчас будет подача. И здесь Григоренко. Ну, правда, не сильный удар был, но, тем не менее, правильную позицию. Отдает передачу на Аржанова. Здорово, направо, перевод, штрафной удар. И своего же футболиста. Наджарян. И дальний удар по воротам. Здесь Григоренко на месте. Здесь завозился с мячом футболист. И в итоге потеря. Здесь Жангалышба и недолго... Подача на дальнюю, и здесь означает, что в Темиртау нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут. Первый тайм Трасова. Подача в штрафную, удар по воротам. Ух, какой мальчик. Борется, даже отдал точную передачу на Субботича. Субботич входит в штрафную, удар, и срезался мяч у Даниэля. И в итоге Кайсара, подача. И здесь могло быть. Тарасов ищет, кому бы отдать передачу. Забрал штрафную, даже ударить. Получилось. Thank you.
Салам. Команды.